Ачо, он всегда открывает дверь. Он быстро тут же прям открывает. А вы удобно видать? Саш! Саша, открой дверь! Плита там вот такой нарост. Плита у него тоже не работает. Саш! Что там, кошмар? Саш! Потому что он на меня надеется. Я его таскаю, это, на остановку. Я его с остановки таскаю. Мне, говорю, вот это вот надо тоже с тобой, говорю, вот это таскаться. Я сама упала, подскользнулась. Так, я его сготовлю что-нибудь, покормлю, приберусь. Я как соцработник. А у него нет, да, соцработник? Нет, а соцработник у него был месяц, а они не заплатили. Они сказали, мы платить не будем. Родственники. Да, родственники. Ни продукты не привозят, ничего ему. Он брошенный, брошенный. Даже на бритье ничего ему не дают. Ну, так как собаки кинут кусок мыла, уже вообще ничего. Ходит по этим, побирается, кто-нибудь что-нибудь дает. Ему сколько лет? Ему 67 или 68. У него долгов чертова прорва. Там, я не знаю, уже около 100 тысяч долгов. Они за квартиру не платят. Пенсию они всю забирают. И еще в магазине орут. Ты что, слишком много денег тратишь? Вот он раз в неделю, если сходит, раз в неделю он берет на 1000. Когда на 900, когда на 800, когда 1300. Они предупредили уже, чтобы никто ему не давал, мол, больше как бы нормы. Вот 4000 в месяц тебе достаточно. Остальное, значит, они себе. Они за границу ездят. У них доход нормальный. Они хорошо. Они, может, оформили опекунство какое-то? Ничего не оформили. Они только у него паспорт забрали. И забрали эту карточку, куда деньги идут. Он, по идее, должен был оформлен быть как инвалид первой группы. Потому что он уже 8 лет слепой, вообще ничего не видит. Вообще. Он все на ощупь делает. Я вот не знаю. То есть вы нянчитесь с ним, да? Вот только я нянчусь, вот соседка. Ну, когда, что я самый. Больше никто не хочет, водить его никто не хочет. Его надо, по идее, им что сказали? Предписание было с администрации, они приходили, смотрели, в каком он виде тут живет. Они оставили, сказали, чтобы вот эти родственники прошли комиссию. И они сказали, да, чтобы ему инвалидность, чтобы его пристроить в этот дом престарелых. Они говорят, у нас времени нет на него. Нет времени. Я говорю, хорошо, заплатите деньги. Если заплатите деньги, кто-то может согласиться, кто-то может быть и сделает это. Нет, говорю, денег нет на это. Все. И человек брошенный. Прям это ужас какой. Человек брошенный просто. Никому не нужный. И соцзащита тоже, я туда обращалась. Они говорят, мы его не можем никак взять, потому что они за него платить не хотят. Человек, а родственники его где живут? Здесь, в Балаково? Так, у него была тетка, когда тетка еще более-менее приезжала. Мы ее хоть видели. Она его более-менее одевала. И уборка у него была. И что-то как-то все равно было. Когда она умерла, остался то ли племянник, то ли кто у него один. Ну и вот все. Его совсем бросили. Они не знаете, где живут, да? Они в Красном Яру живут. В Красном Яре? Да, в Красном Яре живут они. Он, когда если к ним идет... Они сразу прячутся, никого нет дома, чтобы он только не заходил, ничего не просил. Он какой-то бабушке там ходит, 82 года, просит у нее денег, бывает, что вот прям необходимо ему что-то очень надо. Ему часы нужны были вот эти электронные с кукушкой. Вот мы ему заказали на Валберес, вот он у нее попросил денег, и это... купили. Потом радио ему надо, у него телевизоры все погорели, у него ничего нет, холодильника нет, он продукты у меня вот держит, что покупает. А этот радио ему мы тоже дали, потому что у человека ничего нет, совершенно ничего. Вы его когда видели последний раз? Так, я его видела последний раз в пятницу, в субботу, воскресенье он не приходил. Да. И вот тишина. Не знаю, что. То ли что случилось. Обычно он всегда открывает дверь. Всегда. Ну, уйти он не может сам никуда, да? Нет. Он сам никуда не уйдет.